Всем привет, ребят, с вами канал BS Trash. Хочу показать, как в телефоне Samsung, у меня A50 модель, но это, думаю, не столь важно, добавить карты банковские, пользоваться через NFC, то есть оплачивать через терминалы телефона. Ну, для начала, ребят, можно вот так вот проскроллить вниз, сверху вниз, чтобы панель уведомлений вылезла. И здесь вот найти значок NFC. Если у вас его здесь нет, можно вот добавить плюсик и поискать вот здесь вот. Вот видите, вот, например, у меня вот он сразу же вот здесь вот присутствует. Вот, зажимаем его, переносим на панель. Жмем готово. Вот здесь вот. Все, жмем готово. Теперь он появился. Необходимо его включить. И чтобы его настроить, нужно провалиться в него, зажать. Прям вот, видите. Здесь вот мы провалились, как бы здесь все включено. У меня вот написано здесь вот бесконтактные платежи. Я думаю, у вас также, может, еще какая-то дополнительная строчка может быть. Нажимаем ее, и написано, что платежи будут использована служба по умолчанию Google Pay. То есть через Google Pay, через приложение будет производиться оплата. Для этого нужно Google Pay скачать. Для этого идем в Play Market и скачиваем Google Play. Google Pay, точнее. Google Pay. Вот он появился. Вот она. Такой значок. Установить. Устанавливаем. Пока устанавливается, можно приготовить банковские карты. Так. Установлено. Все. Нажимаем открыть. Приложение открывается. Новый удобный способ оплаты от Google Pay. Начать. Ну, естественно, ребят, чтобы с Play Market скачать, вы должны в аккаунт Google войти свой в Play Market. Разрешить приложению Google Pay доступ к данным местоположению устройства. Я думаю, что нужно разрешить всегда при использовании приложения. Быстрая бесконтактная оплата со смартфона. Нажимаем настроить. Выберите карту. Вот у меня с аккаунтом уже связана одна карта, но можно добавить еще одну. Например, добавляем карту. Все, помещаем карту банковскую вот сюда. Вот в эту рамку, номером, естественно, я просто закрыл номер на Тинькове на обратной стороне. То есть все, помещаете вот так, он сам фотоет автоматически. И дальше везде принять, принять, принять. И потом смс-ом нужно будет подтвердить. Я сейчас это сделаю за кадром. Итак, код пришел. Итак, код я внес. Все. Теперь карта есть. Это у меня была в NFC уже добавлена. Я ее только подтвердил. Все, теперь Тинькофф. Сделать основной картой для бесконтактной оплаты. Все, я ее добавил. Все. Теперь в магазинах могу спокойно ей оплачивать. То есть я вот вообще подхожу к терминалу, просто разблокирую устройство. Мне выставлен счет, я просто телефон подношу, и она сразу же платит с той карты, которую вы в приоритете указали в Google Pay, вот в этом. Все. То есть вот выбираете, какую карту вам приоритетно сделать, и с нее будет оплата производиться. Можно вручную выбрать. Подошли, вам счет продавец выставил, выбрали карту эту, да, и все. И ее подносите, и будет снята с нее денежка. Все, то есть вот таким вот образом.
Все, спасибо, ребята, за просмотр. Кому было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписочку на канал оформите. Будет много интересных видео по телефону. Ну а вам желаю здоровья и благополучия. Всего хорошего, пока.